Делегация представительства России и СНГ компании «Тримбл» прибыла в Казань 1 марта. Цель визита – встреча с руководством КФУ и знакомство с инфраструктурой вуза. Гостям уже продемонстрировали возможности и работу образовательных центров. Приветствуя вице-президента компании «Тримбл» Криса Гибсона, ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о том, почему нефтегазовое и нефтехимическое направление является одним из приоритетных КФУ. Также было отмечено, что взаимодействие между государством, предприятиями и университетом отработано, и со своей стороны КФУ готов к сотрудничеству. Представьте, у нас 44 тысячи с лишним студентов. Just imagine we have 44,000 students. Из них, ну, 1005 точно должны научиться работать на вашем оборудовании. Поэтому мы открыты и готовы к сотрудничеству. Наиболее перспективный формат взаимодействия – это специализированные научно-образовательные центры на базе КФУ. Ближайший такой проект – это запланированный на 2017 год открытие в КФУ центра «Радей Шварц». Казанский университет привлек внимание компании «Тримбл» из США благодаря широким возможностям как в использовании разработок предприятия, так и с возможностями организации образовательного центра на территории одного из крупнейших университетов России. Наше сотрудничество может реализовываться в работе с различными предприятиями в нефтяной отрасли и строительстве. Казанский университет является передовым университетом, и я хочу заверить, что наша компания приложит усилия для развития сотрудничества. По результатам проведенных встреч стороны договорились о необходимости разработать рабочий план, где были бы подробнее прописаны варианты сотрудничества и обязанности сторон. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.